понедельник в Самарской области переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Плюс 3, плюс 5 градусов днем, ночью 2-4 выше 0. Южный ветер 4-6, порывы до 12 метров в секунду. В Сызрани небольшая облачность. Днем плюс 5, ночью плюс 4 градуса. Южный ветер, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти малооблачно, небольшой дождь. Дневное время плюс 4, ночью 3 градуса выше 0. Южный ветер 6 метров в секунду. В Самаре солнечно, днем плюс 3, ночью плюс 2 градуса. Южный ветер 4 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 70%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gizmeteo.ru.